Нам важна ваша поддержка. Вы можете помочь нашему каналу и команде гражданской обороны и антизомби по этой ссылке на наш Patreon. Мы обязаны сохранить то важное дело, над которым трудимся все эти годы. И будем очень благодарны вам за доверие и поддержку. В последнее время очень часто стали раздувать тему, мол, все уже устали от войны. Устали одесситы, устали запорожцы, харьковчане и днепряне с киевлянами. А уж как Запад устал, так это вообще уму непостижимо. Западные страны перестанут поддерживать Украину тогда, когда это станет для них невыгодно. Дмитрий Медведев. Рано или поздно США сократят, а потом и вовсе перестанут поддерживать Украину поставками военной техники. Сенатор Совфеда Алексей Пушков. Эти же темники регулярно озвучивают и на федеральных каналах Роспропаганды. И называют даже конкретные сроки. Выборы в США в 2024 году. Утверждают, что как только республиканцы придут к власти, поддержка Украины сразу прекратится. С какого перепуга путинскими агентами могут стать все те, кто делает карьеру и зарабатывает на оборонке? Кто ведет политическую карьеру от Рейгана и без конца твердит об американском величии. Понятно, что разговоры об усталости западных союзников — это обычный wishful thinking кремлевских старцев и их пропаганды. Абсолютно верно. С чего в Кремле решили, что предвыборные лозунги некоторых республиканцев не являются не более чем собственно предвыборными лозунгами? Мало того, за исключением ряда фриков, кандидаты от республиканцев озвучивают совершенно противоположные тезисы. Победа украинской армии отвечает национальным интересам США и всего свободного мира. Со своей стороны, я буду делать все, чтобы убедиться, что мы обеспечиваем украинских военных всем необходимым. Это, к слову, Майк Пенс, вице-президент США при каденции Трампа и ныне один из фаворитов президентской гонки от республиканской партии. И посмотрите, на фоне чего дает интервью американец. Верно. Это Михайловский собор в Киеве. А происходило все это в середине лета, когда Пенс приехал с неоглашенным визитом. Моя преданность тому, чтобы увидеть, как США отыгрывает свою роль лидера свободного мира и стоит плечом к плечу с вами и смелым народом Украины, моя преданность этому не изменилась. Хотим также напомнить, что с ноября 2022 года в Нижней палате Конгресса доминируют именно республиканцы. Республиканская партия США набирает необходимые 218 мест для получения контроля за палатой представителей Конгресса США. А в полномочия палаты представителей, помимо собственно законодательного процесса, входит контроль за государственными доходами и расходами. А как вы знаете, военная и финансовая помощь от США не перестает поступать в Украину. 200 миллионов долларов – столько США выделяет Украине в рамках нового пакета военной помощи. Вашингтон передает Киеву пакет военной помощи стоимостью 325 миллионов долларов. США отправит Украине дополнительную военную помощь на сумму 400 миллионов долларов. Готовы помогать украинцам и обычные жители США. Это обыкновенный магазин, то есть тут строительные материалы. И одна из моих клиенток, она ко мне подошла, говорит: «Ваня, я знаю, что ты из Украины, и много у тебя родственников в Украине. Там сейчас такая ситуация». Просто мне взяла, открыла кошелек, отчитала 200 баксов и говорит: «Отдайте деньги тому, кому это будет нужно». Просто посреди магазина вот такого вот. Или вот случай, когда, увидев флаг, к беженцам из Украины подошли новые соседи и на чистом украинском предложили свою помощь. Вам все нормально, гаразд. Мы новые соседи, мы пришли просто там помогти нашему брату, там он переселяется тут. И сразу мы бачили прапор, то я показываю моего братуха в Украине, что мы тут все одно в Америці, але ми ще в Україні в душі. І тільки що перемога. Тому що ми тільки чекаємо на перемогу, що назад іти катати, як має бути. За мову отдельный респект. Украинский язык звучит и на конференциях, в университетах, детских садах и школах. Даже такие любимые американцами флешмобы не обходятся без украинских песен. Это на вокзале в Нью-Йорке исполняют всемирно известное произведение Леонтовича «Щедрик». Многие американские звезды публично выступают в поддержку Украины. Дорогие украинцы. My heart really goes out to Ukraine. Это послание любви, уважения и солидарности всем нашим братьям и сестрам в Украине. Вы вдохновение для всего мира.
Те же Imagine Dragons не просто посвятили одну из песен пострадавшим от войны украинцам, но и регулярно организовывают благотворительные концерты в поддержку Украины. На сцене украинский стяг стал чуть ли не обязательным атрибутом, а мальчик Саша — лицом многострадальной страны. Люди борются за свою свободу, люди борются за свои дома, люди борются за свою страну. Посещают в американских госпиталях украинских бойцов и многие другие селебритис. Вот, например, вокалист «Металлики» Джеймс Хэтфилд встретился с украинскими защитниками в одной из клиник США. А это уже актер Лиам Нисон привез подарки украинским деткам в Ирландии. И это касается не только американцев. За редким исключением, весь цивилизованный мир продолжает поддерживать Украину. Франция. Свободолюбивая часть Грузии. А такую красоту можно увидеть в Вильнюсе. Гордый Киев и оккупированный Минск на дорожном указателе. А это еще одни близкие друзья украинцев — латыши. Крупнейший фестиваль песни и танцев, который проводится каждые 5 лет в Риге. Послушайте, это действительно завораживает. А это уже гуру латвийского рока группа Brainstorm. Чистый украинский от Ренерса Кауперса. Це слова, яких кожен чекає. Моя пісня для неї час. Бо ніхто її друзям не заспіває краще за нас. Ну и куда же без эстрадного лица Латвии Лаймы Вайкуле? Главный вот балетмейстер Лена говорит: «Ой, самолет летит, сидя у меня дома». Я говорю: «Я не слышу». Она говорит: «Лайма, я слышу каждый самолет». Вот это, я так им сочувствую. Я с российским коллегам не разговаривала. Мы с вами, мы вас любим. И сегодня мы с Украиной. В той же Бельгии помогают Украине даже дети и подростки. Старшеклассникам удалось собрать деньги на приобретение 2 автобусов для украинских школьников. Один из них уже в Богдановке, а второй поедет в школу Гостомеля, которая очень сильно пострадала во время вторжения орков. Кроме самого автобуса, на детей ждут приятные сюрпризы – канцелярские наборы и мечи. А количество посетивших Украину зарубежных гостей уже исчисляется сотнями. И этот поток не прекращается. Вот, например, президент Португалии спокойно попивает украинское пивко в центре Киева. И каждый из них приезжает не с пустыми руками. Будь то финансы, снаряды или военная техника, сейчас Украине все нужно. И заметьте, пусть и с опозданием, пусть и не так быстро, и не в таком количестве, которое необходимо, но эта помощь все же идет. Мы согласовали 1 миллион артиллерийских снарядов для Украины. Мы взяли на себя инициативу начать рассматривать вопрос замороженных активов. Мы согласовали продолжение режима свободной торговли, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Обратите внимание на один факт. Начинали со стингеров и джавелинов, а пришли к патриотам Storm Shadow и F-16. Нидерланды и Дания передадут Украине истребители F-16 американского производства. Дания обязалась предоставить Киеву 19 самолетов F-16. Нидерланды, по словам Зеленского, поставят 42 истребителя. И западный мир в этом един. Как подтверждение, флешмоб, в котором приняли участие многие министры иностранных дел. Госсекретарь США и глава дипломатии ЕС. В Твиттер глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опубликовал первую строчку украинского гимна, после которого каждый участник добавлял по строчке. Но не только постоянным донорством и поддержкой определяется отсутствие усталости от войны. Многие цивилизованные страны ограничивают в комфорте и удобстве населения, приведшее убийцу к власти. Сейчас всем русским, всем тем, у кого паспорт РФ, всем поголовно делают отказы и присылают их на украинском языке. Американскую визу, как, впрочем, и Шенген, жителю болот сейчас получить крайне сложно.
А если поляки с балтийцами закроют границы, попадание в Европу станет тем еще квестом. В отношении возможности закрытия границ мы готовы к таким совместным действиям указанных стран, если в этом возникнет необходимость. Те же немцы с присущей им бюрократической хладнокровностью пошли юридическим путем. Мне говорят, что вот с 2022 года запрещено въезжать на машинах с центрами платить деньги. Под конвоем полиции Иван доехал до здания таможни. Больше Иван свою машину не видел. Причем стопают не только обладателей ВНЖ, но и обычных путешественников. Например, Сергей Подовойский возвращался из путешествия по Европе с семьей. Их машину остановили на трассе по пути в Данию. Нас с двумя детьми высадили прямо на стоянке на автобане. Наша машина благополучно уехала. Искать справедливость обиженные россияне отправились в родное посольство. Посольство России в Германии порекомендовало россиянам пока воздержаться от въезда в страну на автомобилях с российскими номерами. Как говорится, русские своих не бросают во всей красе. И пусть пока это единичные случаи, на достигнутом немцы останавливаться не собираются. Mercedes-Benz сказал дилерам, что все отключает, все российские автомобили от обслуживания. А это миллионы автомобилей по всей пока еще необъятной. Гнева и отборного помета от обычных россиян, как они себя называют, было не унять. Подонки немецкие! Это нацистская мразь! Где коллективный иск, направленный против Mercedes-Benz с требованием, чтобы они выкупили назад все машины, которые продали России? Почему не защищаем права российских граждан? Почему мы не разорим эту нацистскую сволочь? Права российских граждан? Почему не защищаем права российских граждан? Ну да, ведь каждый второй в России ездит на Мерседесе, верно, Соловьев? Объявляет своими врагами русский народ! Вот, например, один из каждого второго. Димка Медвоголик предпочитает бронированный, сделанный под заказ на удлиненной базе Мерс. Внутреннее оснащение, закрытая циркуляция воздуха защитит пассажиров в случае химической атаки, хранилище для оружия, средства связи, компьютер с доступом в интернет. Специальные шины, автомобиль даже с проколотыми колесами может проехать со скоростью 100 км в час, как минимум 100 км. А еще один каждый второй вообще является владельцем целого автопарка Мерседесов. Владимир Соловьев – большой поклонник немцев. Одно из последних приобретений – Mercedes E-класса. Кроме этого, в автопарке Соловьева есть уже 5 Мерседесов, самый дорогой из которых – Mercedes Maybach S560 – 12 миллионов 700 тысяч рублей. Так за какие права российских граждан хочет бороться Соловьев? Ах, Рублевка, а там не русские люди живут? Вот не фартануло бешеному. Сначала дачи в Италии арестовали, теперь автомобили сняли с обслуживания. Это как? В какой стране это возможно? Вопрос поставлен правильно. Только в твоей стране такое возможно. В стране, где собственно российский гражданин не значит общим счетом ничего. В стране, где до сих пор 20% населения живут в Средневековье, а еще 50% в Советском Союзе. Поэтому пора и каждому второму пересаживаться на «Белую Ладу» или «Москвич». Не-не-не, все на месте, Максим Ильич. Не заводится? Ну, это прототип, подождите. Но не только Европа начала, так сказать, ущемлять скрипоносцев. В том же дружественном Казахстане тоже дали понять, что бизнес бизнесом, пусть даже и на крови украинцев, но на суверенитет лезть не стоит. Казахстан строит 20 новых погранзастав на границе с РФ. В настоящее время идет строительство 20 пограничных отделений на северном направлении, непосредственно на границе РФ. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасная страна». Всего планируется строительство 50 застав. Да и всякие попытки обвинить в ущемлении русского языка в Казахстане в последнее время не очень приветствуются. Генконсул РФ заявил о спаде использования русского языка в Казахстане. По данным Евгения Боброва, в последние годы сокращаются русскоязычные школы и классы. Исключение предмета «Русский язык» из программы для учащихся первых классов с казахским языком обучения вызвало в обществе определенную обеспокоенность. Пока что единственную обеспокоенность вызвало само заявление консула, после которого его выпроводили в родные болота. Хотел бы отметить, что данный сотрудник уже не в Казахстане, он уже здесь не работает. Стоит отметить, что всякая поддержка войны в Украине по новым законам Казахстана наказуема. И этим уже активно пользуются обычные казахи. Вот, например, очередной имперец приехал в гости с современной свастикой на багажнике. Местный житель попросил убрать это убожество, но, получив отказ, просто вызвал полицию.
Последние, прибыв на место, составили протокол, выписали штраф и приказали незамедлительно убрать с багажника символ войны. Ну вот, у вас признаки пропаганды войны. Я гражданин Казахстана. Все чаще слышится в Казахстане и украинская песня. Ищекомесячна зоряная ясная, вино хоть голки сбирай. Не отстают и узбекские исполнители. Чогось наша славна Украина зажурилася. Наргиз, который, между прочим, запрещен въезд в Украину за посещение Крыма, открыто выступила против российской эстрады, поддерживающей войну. Написано: «Наргиз обозвала Дубцову швалью». Я швалью ее не обзывала, там было слово «блядь два». И в этом слове я подразумевала не только ее, а всех остальных. Стоит отметить, что Наргиз запрещен въезд в РФ на 50 лет за критику трусливой путинской войны. Почему вам закрыли въезд? Я говорю: ну, я не знаю, наверное, из-за поста в Инстаграм. А что вы сказали в посте? Я говорю: я сказала «нет войне». Он говорит: ну зачем вы это делаете? Ну зачем? Какая война? Это не война, это спецоперация. Я говорю: нет, это не спецоперация, это война. Это война. Буча, Мариуполь. И я не могу больше молчать просто. И она является ярым противником выступлений разных лепсов с Басковым в ее родном Узбекистане. Езжайте и поддерживайте своими песнями своих солдатиков-оккупантов на Донбасс или в Бахмут. Чего вы все претесь в Ташкент, я не понимаю. Не надо к нам сюда ехать. Езжайте поддерживать своих орков. Терпение лопается и у кыргызов. Последние, на фоне того, что они увидели в Украине, несколько осмелели. Украинцы показали всему миру, что московитов не просто можно, а и нужно бить. И не такие они страшные, как рисовала пропаганда. А можно даже сказать, вообще не страшные. И угнетенные годами народы Средней Азии начинают просыпаться и отвечать своим обидчикам. Это так, в кафе Бишкека произошла драка на фоне, как утверждают, этнической нечистоты. Причем в этот раз обвинены были именно россияне. В итоге гость из зарубежья был немного помят. Киргизская полиция разводит руками, а адвокат потерпевших прямо заявил: «Пишите, куда хотите». Это жители болот называется эффект бумеранга. Сколько лет те же киргизы слышали оскорбления в свой адрес? Вот что творится в Строгино, и вот что строится вот на берегах. Вот на берегах. Русской рожи нет. Вот все тут одной национальности. Я близко тут в воду не полезу. Еще как-нибудь гонорею подцепишь от этих чурок. Их никто ж не проверяет. Как говорится, пришла пора расплаты. Радуют и думающие картвеллы. Недавно в Батуми был сорван концерт группы The Killers из-за российского барабанщика на сцене. Дело в том, что у группы есть традиция приглашать за ударную установку на одну из песен зрителей из зала. В этот раз на сцену поднялся россиянин. Зал начал свистеть и протестовать, но вокалист Брэндон Флауэрс заявил, что все мы братья и сестры. После этого высказывания часть грузин демонстративно покинули концерт. Позже в соцсетях группа принесла извинения, что пригласила московита на сцену, и призывала к братству с оккупантами. Мы признаем, что комментарий, который предполагал, что все зрители и фанаты The Killers являются братьями и сестрами, мог быть неверно истолкован. Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения. Да что там, даже белорусы удивили. В Минске на премьеру пропагандистского фильма «Свидетель» про злых укронацистов пришло всего 4 человека. Пустой кинозал и только 4 зрителя, которые друг друга прекрасно знают. Возмущена активистка Ольга Бондарева. Причиной такого провала она считает недостаток рекламы. Нет, главная причина — это то, что от вас уже все устали. Запад, Восток, Север и Юг. Все устали от московского шовинизма, надменности, наглости и бескультурия. И поэтому те немногие, кто мог себе позволить кататься по миру, сейчас нежелательные персоны в других странах. А то большинство, для которых Анапа за граница, так никогда ничего и не увидит, потому что могут возникнуть неправильные мысли. Почему Путин настраивает против Америки, чтобы его граждане не ездили? Потому что не увидят, что обычный среднестатистический, например, американец может позволить себе жить вот в таком вот просто доме. И они тогда спросят у этого лета: Вова, а где наши все нефтеденьги, где вся хуйня? Почему мы не живем так? Ведь мы
достойны, мы же великая страна. Поэтому он их предохраняет, разместил в доне под названием Федерация. И они там сидят, никуда не выезжают. Ничего не видят и верят долб***. А из телевизора их убеждают, что там живут бездуховные и безнравственные существа. Здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу. Такое количество разного рода извращений там расплодилось. Вот только в той же репродуктивной медицине РФ донор из загнивающего Запада ценится в два раза больше. Стоимость услуг. Донорская сперма – 16 тысяч рублей. Донорская сперма иностранного гражданина – 35 тысяч рублей. При этом многие жители планеты Земля были бы рады, если бы они вообще перестали плодиться. Потому что 120 миллионов рабов, готовых за интересы царя уничтожать все, что видят, это очень опасная картина мира. Если вы хотите представить картину будущего, представьте сапог, который постоянно топчет человеческое лицо. Мораль, которую можно вынести из этой опасной и кошмарной ситуации, проста. Не позвольте этому случиться. Это зависит от вас. Как же был прав Джордж Оруэлл? Так же, как и прав он в том, что будущее зависит от каждого жителя нашей планеты. Мы должны не дать мировому злу распространиться. И поэтому какие-либо жалобы европейцев или американцев, что дороже стало жить, бензин подорожал. Это ничтожная цена по сравнению с той, что платят украинцы за будущее мира. Завдяки тому, що захисники України стримують російську агресію, щодня роблять те, що повинні. Це завдяки цьому ми вільні. Якщо хтось цього не розуміє і критикує нашу підтримку, це означає, що він насправді нічого не розуміє. Українська нація, як їх грібці на чемпіонаті міра по греблі на драконах. Оказавшись по грудь в воді, вони не здались и продолжали вести до самого финиша. Мир аплодировал целеустремленным украинцам стоя. В очередной раз убеждаемся, что эту нацию не победить. Они даже во время ракетных обстрелов умудряются поддерживать друг друга. А если кто-то устал от войны, то посмотрите на тех, кто также устал, но продолжает своей кровью защищать не только свою страну и семью, а и весь цивилизованный мир. Я намагаюсь, я копаю. Чекай, дай раскопаю. Все нормально, живи, живи, живи. Можешь рухатись? Блин, придавило еще одну руку. А, пацаны, раскапывайте за своего боку. Так что подтерли сопли, отложили свою усталость и продолжаем помогать беженцам. Донатить на дроны и машины. Организовывать акции и благотворительные концерты в поддержку Украины. Молиться за каждого украинского титана, а при встрече уставшего бойца в пикселе не стесняться угостить кофе. И тихо сказать большое спасибо. Любить Украину. Як сонце, любіть. Як вітер і трави, і води. Родину щасливо. В радості мать. Любіть. Ту гадину негоді. Любіть Україну. У сні. І наяву. У шнаву звою Україну. Мы искренне благодарны каждому, кто поддерживает команды гражданской обороны и антизомби в противостоянии кремлевской пропаганде. Список спонсоров и патронов этой недели вы видите на экране. Вместе мы сила, друзья. Все будет Украина.